Сегодня стартовал традиционный международный фестиваль искусств «Хасиетті Қазақ Елі». Участие в нем приняли казахстанцы со всех регионов страны, а также соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие продлится 2 дня. Для гостей нашего региона была организована специальная экскурсия по историческим местам нашего города. Международный фестиваль направлен на продвижение идеи единства и патриотизма соотечественников, проживающих в разных странах мира. Его цель – повышение творческого и образовательного потенциала соотечественников, обсуждение важных вопросов методической и организационной поддержки казахской диаспоры в преподавании родного языка и культурных ценностей, выявление и поддержка талантливых исполнителей. Сегодня в Древнем Таразе стартовал международный фестиваль искусств «Қасиетті Қазақ Елі», организованный фондом соотечественников. В целом, в первую очередь, если отметить цель фонда «Отандастар», то задачей его является укрепление контактов с родиной казахских соотечественников, этнических казахов, проживающих за рубежом, а также лиц других национальностей, родившихся и выросших в Казахстане и считающихся эту землю для себя родиной. В первый день фестиваля гостям были показаны достопримечательности города и организована специальная экскурсия. Впервые в Таразе ей заслуженная артистка Украины Инеш Гдырова. Она очень любит казахские песни, исполнила музыкальное произведение «Атамекен». Казахская культура очень богатая, и так как я родилась в Украине, отец у меня казах, а мама украинка, то для меня это очень исторически и значимо побывать сегодня здесь и услышать, как звучит богатый казахский язык, посмотреть на чудесные работы, которые привезут участники на этот фестиваль, потому что фестиваль очень многогранный, он проходит уже не в первый раз в Казахстане, но в Таразе он впервые, и сегодня, я думаю, все жители города Тараза и области, которая рядом, прилегающая, тоже будут на концерте. Будут звучать казахские песни в исполнении разных исполнителей из разных стран, этнических казахов, и мой голос тоже вольется в замечательный хор казахского этноса из разных стран. Этот фестиваль очень значимый, и, конечно же, у каждого из нас останутся неизгладимые яркие впечатления. Я искренне благодарна всем организаторам, которые пригласили меня сюда и дали возможность окунуться в этническую среду казахского народа, услышать язык, услышать голоса, этнос казахский богат различными вокальными интонациями, и сегодня каждый из нас продемонстрирует свое искусство. Участников фестиваля также принял аким области, который пожелал им удачи в завтрашних соревнованиях. Напомню, мероприятие было организовано при поддержке Министерства информации и общественного развития совместно с фондом «Отандастар» и Всемирной ассоциацией казахов. Кулеш Умурзакова, Нурлан Бектурсын, 77 News.